Привет, ребятки! Сегодня поговорим о суши в Судаке. Меня часто спрашивают, где поесть суши, и решил попробовать заведение «Красный дракон». Очень яркое на набережной у подножия Генуэзской крепости. Вот так выглядит вход. Сейчас покажу, сколько что стоит, как быстро подают. Заказал себе сет роллов с угрём и суп какой-то там, не выговорю. Вообще заведение приятное, под дерево такое. Музыка хорошая играет. Глядите, осьминог. Осьминога хочешь? Хочешь осьминога? Креветка. Креветка. Смотрите, классно сделано, реально. Васаби надо есть побольше. Это полезно для здоровья. Так, суп классный был, что я даже наелся, если честно. Да, если честно, съел суп, как бы наелся. И вот даже и доесть не могу, и выкинуть жалко, потому что очень вкусные суши. Реально очень офигенные суши. И суп был очень офигенный. Реально, даже не ожидал. А еще вид на море, на крепость.